Сегодня все присутствуют на традиционном, полюбившемся уже в Алматы и даже в Астане завтраке с журналом Fashion Collection. Журнал Fashion Collection всегда на своих завтраках, на этом громком светском мероприятии для очень узкого избранного круга людей, всегда презентует какие-то новые ювелирные коллекции, новые меха, новые автомобили, новые курорты, все, что связано со стилем жизни High Life. Сегодня мы презентовали коллекцию итальянских мехов, произведенных из аукционного русского соболя с маркой Made in Italy, самых лучших брендов. Это самые лучшие соболя, которые только могут существовать на этой планете. Все они соединены в этих шубах и в этой потрясающей коллекции мехов. Мы хотели показать в целом коллекцию изделий, которые мы представляем в нашем салоне в Екатеринбурге. Как уже говорилось великолепным ведущим нашего мероприятия, мы единственные в своем роде в России, кто представляет изделия только из соболя. Нашим отличием также является и то, что мы представляем изделия из российского соболя, не канадского, аукционного российского баргузинского соболя. Все изделия сшиты только в Италии. Мы сотрудничаем только с ведущими меховыми домами, такими как Ринди, Маламати, Тассата, Тезо. Можно, в принципе, долго продолжать. Я просто думаю, что нужно сразу к нам обратиться, и мы каждому человеку сможем, независимо от бюджета, возраста, фигуры, подобрать идеальное пальто из соболя.